Двор собственного дома в зимний период может представлять реальную опасность. Свисающий с крыш сосульки и каток под ногами. Угрозы повсюду. Справляться с последствиями непогоды должны управляющие организации. Но это в идеале. В мэрии открыли горячую линию по вопросам уборки придомовых территорий в зимний период. Номера вы видите на экране. Специалисты обещают проследить, чтобы снег и наледь на крышах многоквартирных домов убирали в срок, а дорожки и тротуары своевременно посыпали песком. Сотрудники мэрии напоминают, обращаться на горячую линию администрации нужно только в случае бездействия управляющей компании. Чиновники обещают найти способ понудить коммунальщиков работать тщательнее. Телефоны горячей линии работают по будням с 8:30 до 17:30.